После меня звал на помощь. Тебя схавали? Ну все, прими. Я звал. Стой, тебя хранит в защите. Опа. Вся романтика, включусь. Аси, брат мой, я только проснулся, идти искать тебя надо. Шнипи, шнипи, шнапи. Где мой Аси, любимый? Аси Маслоу. Аси Маслоу. Аси Маслоу. Пойдем со мной, пожалуйста, я тебя клянусь не убью. Клянусь не убью. Да я задание делаю, подожди. А, только меня не убивай. Смотри, иди сюда, пожалуйста, стой. Без шуток, не буду убивать. Ты хоть смотри внимательно, я твой телохранитель. Если что, если тебя кто-то хочет убить, умру, я понял. Самый главный, от меня далеко не убегай. А вдруг ты пиздишь? Я не пишу. Я только встал, блядь, как я могу пиздеть, а? Скажи мне, пожалуйста. Вдруг ты пиздишь? Да не пишу я, честно, блядь. Как ты связки, кстати, разминаешь, когда только проснулся? Чего, блядь? Что это сейчас было? Что ты убегаешь? Подожди. Есть призраки, есть те, кто могут жрать прям трупы, что ли? Да, это есть пеликан. Это либо Знат, либо Чупикс. Мне кажется, это Знат. Нет, я далеко был, я слева был. Где, посмотри, его, смотри. Сначала Олега сожрали, мы не поняли вообще, что произошло. А потом появился и исчез. Он появился и исчез. Это не ураган, если что, это не ураган. Подожди, мы вместе были. Короче, сейчас в одном месте умер Олег и Литпут, да? Сначала Олега, через какое-то время Литпута убили. Но я прям бил, я четко видел, что Знат схабал. Олега убили так, что его не было. Классно у тебя, хуй не жить. Он еще секунд назад схабал. У меня есть инфа, что умерло сейчас выруби. Только что вдвоем они умерли, не было 30 секунд, Хорошо, Джонни, а как это могло произойти? Просто Олег исчез. Я просто объясню, смотрите, мы стояли слева, а Знат с Олегом стояли справа, и просто Знат схавал Олега как-то, я не знаю как. Джонни, скажи, кого я это четко видел, я это четко видел. Ебать ёбнутый. Он схавал. Я просто по фану с тобой бегал, блядь, но я тебе верю, реально. Шнипиш, напиши. Это железная инфа, что они умерли в одно время. Бывает. Аси, любовь моя, ты где? Вас охраняет Джонни? О, здорово, нашел наконец-то. Наконец-то, да. Ты уверен? Что... На 1000000000%. Подожди, иди сюда. Ты это... Пойдем, подожди. У тебя мирная роль. Все, заебись. Правда. Понял. Саботажи, блин. А, не, это неплохая. А чего вы тут ходите вдвоем? А не ходите. А мы, блядь, проснулись только. Хочешь с нами поспать? Я умный, я пизды умею давать. Ну, а я могу хранить, блядь, все, что только можно, понимаешь? Молчание тоже, я могу хранить. Ты что, пеликан? Блядь. Нет, я могу. Да я только проснулся, Джонни, прости. Блять, смотришь бан, блять. Чё? Пойдем. Блять, тут проснулся, да. Да, пойдем. Нету кило. Чё? Нету кило. Шнипиш. Значит, вот сейчас тут, блять, один импостерик минимум есть. Ну, Чупик зачекнуть. Вот мне тоже кажется, что это Чупик. А мне кажется, что кто-то из вас. Не. А я Серёжа. Ты посмотри, какие мы красивые вместе. Обязательно. Если бы я еще желтый был, ебать сказка. Убийство случилось. Погоню. Где? Может, Мэтт Кантри все-таки? Или... А Литпут живой? А нет, Литпут живой. Да, мне кажется, это Чупикс. А у тебя прям показывает дикил? Нет. А куда ты бежишь? Уиу. Просто ищет. А, нихуясь. А нюх. Че, как вы так обгоняете? Я хуй знаю. Мы гуси. А ты утка, получается. Кнопку нажму. Проститутка? Слева. Пойду кнопку нажму. Проститутка! Нихуя себе, блядь! На подкате чисто убил, блядь! Я бачу Чупикс, блядь, гений дохуя, блядь. Пиздец. Чё? Не пишь. В смысле? Я прошел просто вниз. Да. Что вы несёте? Что было? Да это ты, чё ты пиздишь? Бля, это яд был. Яд? Бля, нахуй ты заразил его, Аси? В смысле, я прошел наверх, блядь, прошел вниз и все. Подожди, так стоять, ураган, Аси. Кто спиздил Джонни? Это Чупик, миллиард%. Миллиард прям. Не-не-не, если мы были два импостера, Серег, тогда мы уже выиграли. Потому что я пересекся с Джонни, пошел вниз, прошел через вас всех и ничего не было. Болотов, тебя обелил Джонни при нас, нам сказал, блядь. Мы тебе доверились. Голосуй в Чупик. То есть вот так вот, да? Ну я вообще не шуток, это Чупик прям 1000000%. Он не ожидал, что за Джонни мы еще миллиард. Он не ожидал, что мы за Джонни. Я думаю, что одного все равно слили, блять. В смысле не ожидал? Я вас всех видел, я просто пошел вниз. Мне не нравится то, что я вас догнать не смог. Я походу слил сейчас.
Да не, нормально. Так мы за Джонни бежим. Шныпиш. А кто в тебя пролез? А, Чупикс. Неудачно как-то вот получилось, Чупикс. Ой-ё. Ну вот. А, не, победа. Хорош, хорош. Выиграли, да. А как Олег умер, блин? Подожди, а у тебя как-то... Я просто сожрал. Ебать, нихуя. Прикинь. Надо просто самый простой. Джонни, ты импостер? Он похуй. Или как? Или как блин, обычно? Блин, я лично выполняю на самом деле. Где саботаж света, блядь, импостер? Где саботаж света? Он съебался отсюда. Где люстра? Ну ладно. Кто залез? А, во, все понял, где. Подожди, я только что... А, вот. Мне надо вот сюда вот выйти и пойти вниз. Блять. А где все саботажи, нахуй? Вот я хотел светом заблокировать. Что за хуйня? Это пиздец, ну непонятно. Блять, где свет чинить? Где вы, блять? Алло! Ну, закинь, мне Чупик. Вы где, блять? За тобой ходил, до этого ходил за Олегом и с Болотовым. Сейчас, вот когда мы встретились, с кем ты рядом был? Болотов и Олег, они вместе вниз побежали. Все, получается, о, вот здесь здорово. Же саботаж, который, этот, чтобы свет им офать, да? А где саботаж этот? Вот этот? Не, сейчас, подожди. Нет. А нет, подожди, если у тебя отображался красный круг, то это, о, типа, как он называется, тебе показывает, в каком радиусе активировали. Это экзоимпостера, да. Нет, смотри, не, у меня другое. Короче, вот здесь же, чтобы включить выключение света, нужно вот здесь задание выполнить. Охуя себе. А чё у меня нельзя было, блядь? Ну, я так понимаю, да. Поэтому знать должен сказать, кто здесь был, который включил эту штуку. Гуся убьем? Давай, попробуй меня убить. Да вылазь ты! Убейте! Блядь. А, нихуя, голову. Мы реально были предатели. Как статистически? Даже никого не убили. У меня этот был, я мог убить кого-то, я хотел Аси, потому что он шепчет нахуй. Блядь, ну ты пиздец нахуй. Не, подожди, ты точно не импостер? А ты импостер? Я нет. Ну типа, anyway, смотри, там, если любовникам, любовники есть катки, тогда они могут типа сами выиграть. Что? Опа. Здорово. А что это? А что это мы тут шепчемся? А что это? Вы же шо ходите, да? Мы целуемся. Мы тут, ёб твою мать, богатища какая! Остановись, а! Не надо. Что вам больше нравится, Бах или Лермонтов? А? Бах. Да. Это же вроде вообще разные, нет? Ну да, но это литература и музыка. Типа настолько изи, что ли? Что изи? Конечно, пробил каждые 12 секунд КД. У голубя? Шнипиш, да, мама про него говорил. Так это вообще, ну не, там сложность не в том, чтобы заразить, а в том, чтобы найти всех. Потому что когда я в прошлом раз, я не мог найти Зната и тебя, Ася. Нам Мэтт Кантри слушал. О, здорово. Не пиш. Я такой, бау, на! Он импостер, если что, он импостер. Кто сейчас? Джонни! Кто? Кто импостер? Я не знаю, Джонни, походу. Я думаю, что за ферму гусей нам? Пацаны, вы ничего не заметили, да. Как бы Джонни... Нет. Да Джонни сейчас будет Джонни Васи гнать, съел, блядь. Убегает убегает постоянно от куда-то. Ну пойдем, я проголосую. Он то ли знат, то ли кого съел и убежал. И потом еще раз убежал. Он сказал, он импостер и убежал опять. Вон. А ну-ка, есть ли киллы? Мэтт-кантри второй импостер. Джонни, так, Джонни жрет всех. Джонни сейчас съел Болотова. Смотрите, я съел кофе, я съел Знат, я съел Болотова, а Олег зовет на помощь Мэтт-кантри, потому что Олег импостер, он сам сказал, что он, зачем ты меня съел, я импостер. И он звал на помощь себе Мэтт-кантри. То есть он так просто будет говорить такую да, хуйню, да? Он раскрывать его тебе. Он не говорил, ну, Джонни, помоги ты урагану, он дал не говорил, пока. Помоги. Хорошо, так все равно Олега никто не слышит, он в тебе. Бля, это бред. А, вы не слышали? Нет, его? Он может орать что угодно. Ты типа, когда его жрешь, разговариваешь сам с собой. А ты не думаешь, что он был импостером, но он просто сливает какого-то мирного игрока? Нет, нахуя ему топить меня? Спасибо огромное, Крис. Он не топил тебя, он просил, чтобы ты помог, потому что он знает, что ты можешь убить меня. Поэтому он тебя и звал. Кофе не едят же, а пьют. Блядь, такой бред. Блять, не с такой залетный. После меня, хорошо. После меня Мэтт Кандри кикнет. Да мне кажется, уже все в тебя. А я же проголосовал уже. Ты нет. А нам. А я ей. Ты не можешь кого-то голосовать, ты только в пропуск, потому что ты пеликан. А, понял. А пеликанов разве надо кикать?
Надо. Это кто на него сдаёшься? Это Литфуд. Шнипиш. Все голосования молчат. А чё вы этого Джонни кикнули? А хули с ним еще делать-то? Шнипиш. Папарапарам-парам. Аси ёбаный в рот. Где этот Аси? Аси! Аси, пососи! Бля, надо песню про Геншин придумать, нахуй. Мэд Кантри. Чё ты сказал? А? Чё ты выстрелил Аси в конце? Стой, не, стой, это не Аси, это нахуй не Аси. Ты выстрел? А нахуй ты это выстрел, сука, блядь? Напугать меня хотел? Не, сейчас просто Мэтт мне сказал, готов через 3 секунды умереть? Дай у этого дебила просто да. Деменция, нахуй. И как это хуйня называется? Кидайте медика. А может быть? Мне кажется. Подожди, это... у меня детский голос? А, нет. Да, да. Детский голос. В смысле? Это не войс мод был, если чё. Ну, это а с кем ты был до этого? А с кем ты я был до этого? Я не помню, блядь. Литпу. А, нет. Да нет, я просто. Какая же дичевая карта. Это можно было. Ты чертила, ёбаная, блядь. Нихуя нахуй себе. Ты меня звал на помощь, блядь? Тебя схавали? Ну все, я звал, вообще, я звал на помощь.